разгадать даже самую сложную математическую формулу или с легкостью назвать любую столицу мира. Эти дети учатся только на пятерке и побеждают в олимпиадах. Они приехали во Всероссийский центр «Смена», чтобы получить новые знания, поделиться опытом и узнать больше о профессиях будущего. Все такие позитивные. Мое мнение очень нравится. Все ребята очень позитивно настроены. Повезло с вожатыми, очень веселые. Все очень по-доброму относятся. И занятия очень интересные. Большинство ребят сюда приехали получить новые знания, как и в своей отрасли, так и ребят, которые занимаются, допустим, спортом, искусством, техникой, тоже об этом узнать не помешает. Для Ильяны и Ники поездка в смену – награда за их старательность и прилежность. Не потерять такие таланты и дать им раскрыться – главная задача педагогов подобных детских центров. И пока подростки развивают свои навыки, здесь же в смене руководители здравниц обсуждают, как помочь таким площадкам стать еще лучше. Совещание по этой теме провел министр просвещения России Сергей Кравцов. В соответствии с поручением президента определено, что необходимо проработать вопрос развития вообще детской системы, детского отдыха. Об этом Леонид Иванович говорил, о определенных рисках, которые есть в развитии детского отдыха. В Совете Федерации недавно этот вопрос обсуждали. Поэтому, собственно говоря, сегодня мы такое совещание проводим. У нас на связи все 85 регионов, руководители 2000 детских лагерей. Участие в совещании принимает глава Краснодарского края. Как губернатор одного из ведущих регионов в этой отрасли, отдохнуть и поправить здоровье в лагеря и здравницы Кубани ежегодно приезжают сотни тысяч детей. В ходе обсуждения Вениамин Кондратьев озвучивает ряд моментов, которые требуют детальной проработки. Больше половины детских здравниц края в частной собственности. Благодарен вам за то, что в зоне сегодня вашего личного участия находится проблема детского оздоровления и детского отдыха. Сегодня мы говорим о современных, но только федеральных детских центрах. И если говорить про край, то их всего два. Но подавляющее большинство детских лагерей, они частные. Давайте признаем, что детское оздоровление, детский отдых – это не совсем рентабельный сегодня бизнес по сравнению с настоящими отелями, санаториями, гостиницами. Он, конечно, проигрывает, ответственности много, а маржа-то, можно сказать, мизерная. И здесь мы должны искать рыночные механизмы, выстроить диалог с частными детскими лагерями, центрами, для того, чтобы они, в первую очередь, сохранили свою деятельность, а не уходили в сторону перепрофилирования. Частники не смогут самостоятельно поддерживать и развивать существующую инфраструктуру в полном объеме. Поэтому на это важное направление требуется поддержка. В этом году региональные власти предусмотрели более 2 миллиардов рублей на подготовку лагерей и санаториев к летнему сезону, а также закупку путевок. В результате край смог принять 220 тысяч ребят со всей страны. Но чтобы полностью решить вопрос с инфраструктурой, необходим довольно весомый объем финансирования. Поэтому Вениамин Кондратьев предлагает внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму. За счет бюджета края или за счет только края, конечно, детские здравницы частные мы не сохраним. Невозможно каждый год выделять такие суммы, для нас это немало. Но сейчас, понимая, что пандемия, мы идем на это, потому что чувствуем свою ответственность. Нам необходима программа на федеральном уровне или подпрограмма, которая позволит в рамках поддержки детского оздоровления, детского отдыха, в том числе и финансы предусмотреть на инженерную инфраструктуру существующих, еще раз подчеркиваю, детских лагерей. Потому что все они построены в 60-х годах, 70-х. Вот мы предлагаем, у нас есть нацпроект, формируется туризм и индустрия гостеприимства. Может быть, там заложить как какое-то отдельное направление, там нацпроект, детский отдых. И там уже предусмотреть конкретное финансирование.
Детский отдых – не самый рентабельный бизнес. Собственникам выгоднее открыть гостиницы, чем лагерь. Региональные власти делают все, чтобы сохранить детские здравницы. Например, впервые в проекте генплана Анапы территория лагерей отнесена к особой зоне, которая включает возможность размещения иных объектов. Но нужен системный подход. Поэтому Вениамин Кондратьев предлагает на федеральном уровне рассмотреть возможность введения запрета на изменение целевого назначения участков под детскими лагерями и санаториями. Отели, пансионаты – это же земля, сегодня, на которых находятся детские здравницы, она максимально сегодня востребована. Конечно, они двигаются в сторону маржинальности. Поэтому мы можем сколько им не предложить, даже вот налоговый льгот, преференции. Они скажут, не надо, мы сами заработаем, только не мешайте. В проекте генплана Анапы мы заложили категорию земель под детскими здравницами, где изменить целевое назначение под здравницами невозможно. Невозможно. Поэтому здесь мы просим поддержку о внесении изменений в федеральное законодательство, которое должно предусмотреть в градкодексе запрет изменения целевого назначения земли под детскими лагерями, под детскими центрами, под любыми объектами отдыха, которые занимаются детским оздоровлением и отдыхом. Одно из конкурентных преимуществ детских лагерей Анапы – это уникальные лечебно-природные ресурсы. И как раз вот та задача, которая стоит, сделать их более круглогодичными, мы сегодня над этой задачей работаем. За счет как раз подогреваемых бассейнов. Мы позволяет сегодня нам это раздвинуть рамки сезонности и принимать детей в течение всего сезона. По поручению Вениамина Ивановича в генплане включили 37 территорий детских лагерей в особую зону, на которой можно размещать исключительно профильные учреждения. Предложение губернатора края, озвученное на совещании, министр просвещения России поддержал. Теперь инициативы будут рассмотрены на федеральном уровне. Спасибо за то, что сохраняете здравницы детские, делаете все для их поддержки и развития. Понятно, что здесь нужна поддержка из федерального уровня. Вот у нас и вот то, о чем вы говорили, обязательно надо проработать вопросы налогового вычета. И очень хорошая идея, на мой взгляд, это круглогодичные лагеря. Абсолютно, на мой взгляд, правильно, это можно реализовать. Тем временем дети со всей страны продолжают приезжать в лагеря на осенние смены. Без купаний в море, да и загар воспитанники вряд ли привезут домой. Но вот массу впечатлений точно. Главное их не испортить и сделать все, чтобы отдых на Кубани стал приятным воспоминанием из детства.